Только за 3 года действия декрета номер 6 осуждено за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, около 10 500 человек. За 16-й год недополучили за счет того, что такое огромное количество осужденных, 2 291 440 рублей или 1 200 000 долларов. За 17-й год недополучил бюджет 1 100 000 долларов, то есть 2 059 988 рублей. И в итоге за 3 года получается 7 500 000 долларов. За потери за 1 год можно было бы нанять на работу 80 квалифицированных специалистов-наркологов и в течение года предоставить реабилитацию 500 наркозависимым ребятам, которые находятся в тюрьме вместо того, чтобы проходить реабилитацию в медицинских центрах. И тогда в следующем году цифра преступлений и, соответственно, осужденных была бы на 500 человек меньше. В 2014 году 7193. А осужденных нету, это просто преступление, да? Ну, это да. Же не... В 2015 году 7051 минус 140 преступлений. Ну, это еще в этом количестве. В 2016 году 6041 минус 1100 преступлений. В 2017 году 5068 минус 1000 преступлений. А что, на ваш взгляд, причина снижающейся статистики? Какой думаете? Предполагаю, действие декрета. Предполагаете, действие декрета? По обжалованию, то, что есть у меня, судами апелляционной надзорной инстанции, отменены изменения... В 2017 году, хочу обратить внимание, отменены изменения приговоры в отношении 9,1%. В 2016 году 8% от числа осужденных по делам о преступлениях этих статьям 327-332.